Свобода. Где твоя королева? Королева? Это сделала она. Из-за нее Мидгард полон мертвецов. Не может быть. И я не хотел верить в это, госпожа, но ее надо найти. Где она? Точно не знаю, но Рокстола Валькирс. Если Совет Восьми снова соберется, может, она ответит на зов. Похоже, это была последняя. Да. Теперь в Рокстол оф Валкир. Это рядом с двумя статуями гребцов, на пути к месту, где мы нашли резец Тамура. Это королева. Она ведь сильна. Сильнее, чем прочие валькирии, с которыми мы сражались. Ну да, мягко говоря. Тогда надо подготовиться. Побродили чуток по Нифльхейму. Откуда ты знаешь? Да эту вонь и Вальди ни с чем не спутаешь. Кроме того, у тебя туман на башмаках. Да, теперь у тебя впереди славные битвы. Пойдешь или будешь языком чесать?
Так вот, я ушел на север, чтобы начать все заново. К моменту нашего знакомства я уже знал о репутации Одина и решил сразу продемонстрировать ему то, что он точно оценит. Таинственный колодец знаний. То есть обычный колодец и хорошую порцию таинственных грибов, чтобы Бог увидел все, что надо. Он был очень впечатлен. Не знаю, что он такое увидел, раз попытался вырвать себе глаза, но я успел помешать ему это проделать. Позже я убедил его, что это была его жертва ради обретения высшей формы видения. Ну и все такое прочее. И я думал, что он поверил. Но потом он забрал глаз у меня, и я понял, что его не проведешь. Он знал, что я его обхитрил, счел это уроком и взял меня на работу, чтобы я был на его стороне. И долгое время так и было. Но он все равно затаил на меня злобу. Атрей, ко мне! Ладно, я иду! Сокровище! Круто! Говорят, вы с Броком как бы знамениты. Ну, отчасти ты прав. А что говорят? Сюда. Ладно. Thank you.
Я вижу что-то внизу. Мимир, я не понимаю, почему ты решил служить Одину? Знаешь что? Я попозже расскажу. Там нашли. Все равно пора сделать перерыв. Да, парень. Совет Валькирий. Валькирий же из Вальхаллы, нет? Рад, что ты хоть что-то слушал, брат. Все верно. Вальхалла — великий чертог Инхериев, родной дом Валькирий. Но там они на виду у все отца, сам понимаешь. А их отношения с Одином были, ну, натянутые, по крайней мере, когда я был его советником. Почему? Это еще более долгая история. Сейчас лучше осмотреться, понять, что к чему. Она тебя не слышит, парень. Видимо, в шлеме осталась только частичка его владелицы. Я думаю, сама Валькирия отправилась в Вальхаллу, чтобы попробовать навести там порядок. Мимир, кто это? Гун, хозяйка войны. После всякого боя она первой появлялась на поле битвы и вела души достойных воинов в Вальхаллу. Тяжкая задача, но она ею очень гордилась. Всякого боя не может быть. Все так. Конечно, ей помогали сестры. Но Гун всегда являлась первой. Ее суждение о павших не подвергалось сомнению, и потому Один весьма ее ценил. Она была его любимицей. Красная Гёндуль. И? А? И все? Прекрасная Гёндуль? А история? Прости, приятель. От вида Гёндуль у меня всегда перехватывает дыхание. У нее сладкие речи, быстрый ум и такая фигура, что она в самом прямом смысле сводила мужчин с ума. Один даже запретил ей появляться в Мидгарде, потому что безумцы в Вальхалле ни к чему. Это Гейрдрифуль, мастер оружия Вальхаллы. Отвечает за вооружение и тренировку инхериев Одина. Кого? Его армии на случай Рагнарёка, ведь затем Вальхалла и нужна. И...
Херии ждут его в чертоге, бесконечно обжираясь, надираясь и предаваясь блуду. Когда настанет Рагнарёк, Один призовет их, и они пойдут за него в бой. У Гейрдрифуль хлопот полон рот с такими-то вояками. А это, друзья мои, Кара. Конечно, все валькирии по натуре вспыльчивы, но Кара — это само воплощение бури. Бури. Да, сперва спокойно, а потом воздух дрожит и начинается хаос. Это даже красиво, особенно если смотреть на это все из укрытия. А еще ее слезы омывают залитые кровью поля сражений. Это рота, избирающая убитых. Выбирают не все валькирии? Не все. Хотя именно это принесло им известность. Ведь это их первейшая обязанность. Ты сам видел, что стало, когда валькирии перестали судить умерших. Скитальцы. Верно. Рота, Гунс, Культ занимаются отбором павших после боя. Без них Хель переполнен душами, которым место в Вальхале. Печальное зрелище. Рота наверняка в ярости. У нас Гейр, целительница. Валькирия целительница? Странно. Да, Гейр была странной. Очень тихой, спокойной. Ее сестры как шумные горные реки, а Гейр как ласковый ручеек. Она исцеляла и смертных, и богов, и даже излечила одного всезнающего мудреца, который однажды перепил и сверзился с горы. Ай, до сих пор стыдно. Так-так, Хильдр, хозяйка битвы. Они с Одином на удивление хорошо ладили, а вот с прочими валькириями не особо. Ее чаще всего можно было найти здесь, в Мидгарде. Она наблюдала за распрями смертных, а то и сама их разжигала. Кое-кто считает, что она сама воплощение вражды. И что станет с ней теперь, когда она свободна? Ольрун. Когда-то она была дочерью могущественного вождя и пала в битве с разбойниками, защищая его. Ольрун приняли в Вальхалу. Но там она решила посвятить свое посмертие погоне за знаниями. Весьма необычный выбор, особенно на фоне беспробудно пьющих обитателей Вальхалы. Как она стала валькирией? Один увидел в ней родственную душу. Он-то мог понять ее упорную тягу к знаниям. Он назначил Ольрун летописцем при валькириях.
Робоса! Рома! Я готов!
Подожди! Yeah!
замедлился. Пока нет. Бежит!
Голова! Умолкни! Я
Yeah.